Отопительный сезон начат только в половине муниципалитетов края. Отдельные населенные пункты к зиме не готовы. Об этом сегодня во время правительственного часа заявил в Рио министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса края Иван Гилев. Руководитель ведомства отметил, что отопительный сезон стартовал в 32 муниципалитетах региона. Тепло подано почти в половину детских садов и треть школ края. Общий запас угля – 164 тысячи тонн, в том числе 24 тысячи тонн в резервном фонде региона. Между тем, ряд населенных пунктов к холодам не готов. Так, один из депутатов ОКЗС задал вопрос о камне на Оби, где из-за дефицита топлива объявлен режим ЧС. Гилев отметил, что сложная ситуация во многом возникла из-за того, что город платит за тепло по необоснованно низким тарифам, и это нужно менять. Пока же принято решение провести на следующей неделе встречу каменских и краевых депутатов и совместно найти выход из кризиса. Прозвучал вопрос и о поселке Сибирский Первомайского района, где два дня назад глава сельсовета в протест бездействию районной администрации объявил голодовку. Как мне кажется, здесь больше все-таки пиара и публичности. Да, есть проблемы в взаимоотношениях главы сельсовета и главы района. По моей информации, техническая возможность обеспечить подачу реклама сегодня там есть. Между тем, Гилев подтвердил, что в поселке Сибирский есть проблемы с долгами за поставки газа. Депутаты поинтересовались и о том, как переживет зиму село Кусак немецкого национального района, жители которого в прошлом году мерзли в своих домах, и что будет с проблемным селом Шипунова. Об этом и в целом о подготовке к зиме расскажем в ближайшем выпуске.